Всем привет, с вами Айдар Усманов, и на ближайшие 10 минут я буду вашим гидом в свежих новостях. Давайте же узнаем, о чем мы поговорим сегодня. Физики Казанского федерального продолжают покорять рейтинги. Что будет дальше? Химия соединения включения будет понятна каждому. Просто о сложном Константин Сонин рассказал, кому выгодны аукционы. С целью более активного привлечения специалистов к проблемам развития нанотехнологий в России, на площадке Казанского университета стартовала научно-практическая конференция по вопросам физики с Сигнета Электриков. Ответы на какие вопросы ищут ученые физики на базе КФУ, расскажет Аделя Шамилова. 21-я Всероссийская конференция по физике Сигнета Электриков стартовала в КСК КФУ «Уникс» 26 июня. На самом деле, тема исследования Сигнета Электриков напрямую связано с исследованием фазовых переходов, а с фазовым переходом мы с вами сталкиваемся, когда вода замерзает на улице, когда вода превращается в пар и много-много-много где. Ответы на самые волнующие вопросы в исследованиях физики Сигнета Электриков искали на площадке приглашенные специалисты, студенты, аспиранты и ученые Казанского федерального университета. То, что российские физики и раньше внесли очень большой вклад в развитие этой области знаний, и по сей день сохраняет лидирующие позиции в этой области физики. Выступающими специалистами были озвучены научные доклады по последним достижениям в области физики Сигнета Электриков. Большая подготовительная работа программного комитета позволила сформировать сбалансированную программу конференции, отражающую результаты как фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований, так и прикладных разработок. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. В Казанском федеральном стартовал семинар по химии соединения включения. Гостями конференции стали ученые из разных стран мира. Все подробности смотрим далее. В императорском зале Казанского федерального состоялось торжественное открытие пленарное заседание 16-го международного семинара по химии соединения включения. Это одна из областей современной супрамолекулярной химии, которая сейчас активно развивается в Казанском университете. Признание наших заслуг Казанской химической школы, это и признание Казанского федерального университета, это, конечно, имидж нашей республики, нашего университета. Поскольку Казань является одним из общепринятых мировых центров в области супрамолекулярной химии, поэтому в этом году конференцию решили провести именно здесь. Вся конференция проходит на английском языке, поэтому студенты, которые здесь присутствуют, должны обладать не только знаниями в области химии, но и хорошо владеть языком. В современной науке невозможно заниматься наукой, не зная английского языка, а также и в химии. Если вы свободно не владеете языком, то делать в настоящей науке вам нечего. Вот, поэтому студенты, которые имеют на сегодняшний день возможность посетить эту конференцию, они, конечно же, могут, с одной стороны, подтянуть и знания в области современной органической и супранюклеарной химии, с другой стороны, они и немножечко подтянут свои, значит, познания в области английского языка. В конференции принимают участие ученые из различных стран мира, из Польши, Франции, Германии, Китая, Африки и других. На научном семинаре обсуждаются самые последние достижения в области соединения включения. Конференция включает в себя как доклады приглашенных профессоров, так и выступления молодых ученых Казанского федерального. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет вошел в топ-300 лучших вузов мира по данным рейтинга QS в направлении физика и астрономия. О том, как Институт физики удалось занять подобную позицию, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. 8 июня журнал QS опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов мира и впервые КФУ продвинулся сразу на 100 пунктов. Попал в 8 предметных рейтингов QS, заняв там сильные позиции. Стоит отметить, что российские вузы в этом направлении предметных рейтингов присутствуют только второй год подряд. В предметный рейтинг попала физика и астрономия, которая заняла позицию с 351 по 400 место. Рейтинг складывается из трех основных составляющих. Это академическая репутация, репутация работодателей, цитирование на одну публикацию. Из этих критериев и складывается единая оценка вуза, который составляет данный рейтинг. Рейтинги QS влияет также академическая репутация, работодатель. То есть не все, но академическая репутация – это прежде всего как нас знают. Это, опять-таки, статьи, это выступления на конференциях. И это прежде всего задача для того, чтобы мы публиковали наши результаты в журналах, то, что называется Q1 или первого топ-квартиля. Вот это как бы задача. Количество публикаций Института физики 2013 года возросло в два раза. В этом году
Вот на данный момент, по данным библиотеки, сотрудниками Института физики, значит, 495 статей за 16 год. То есть вот мы больше, чем в два раза, ну, примерно в два раза, да, мы, значит, за 14, 15, 16 год увеличили число публикаций. Наличие нашего телескопа и установленного в хорошую, вместе с хорошим астроклиматом привели к тому, что нас Рашид Алиевич Сюняев, наш выдающийся астрофизик российский, с мировым именем, привлек к задачам участия в международных проектах орбитальных обсерваторий. Несколько работ, которые обобщают результаты, ну, не только нашей группы, но и других групп, и, в частности, результаты нашей группы вошли в так называемый каталог скопления галактик спутника Планк. И вот эти работы оказались очень цитируемы, их продолжают цитировать во всем мире. Стоит отметить, что в 2018 году ученые Института физики примут участие в наземном наблюдении за спутником. Спутник «Спектр-Ренген-Гамма» будет запущен в 2018 году, в сентябре. Как раз его задача будет сканировать все небо в течение 4 лет, будет сделано 8 сканов по полгода, скан всего неба. Это, там будут установлены 2 рентгеновские обсерватории, но по своим вот возможностям наш телескоп Казанского университета, наверное, является самым оптимальным для решения этой задачи. И мы сейчас готовим молодые кадры, потому что там будет огромный поток данных из рентгеновской области идти, и надо будет успевать его обрабатывать. Институт физики Казанского федерального активно сотрудничает не только с институтами внутри вуза, но и с компаниями, для которых они проводят исследования. Что наши вот, ну, коллеги из института занимаются, скажем, непосредственно с институтом фундаментальной медицины. И здесь, ну, это нормально, это надо делать, так сказать, в сотрудничестве надо работать. И вот всегда найти вот этот баланс свое, предметный рейтинг физика, астрономия, работать с кем-то и плюс прикладные исследования, вот это вот очень тяжело найти вот этот вот правильный баланс, который должен быть у нас в данный момент. Одна из самых главных задач, как правильно вот в имеющихся условиях того, что вот мы рядом имеем, то, что мы имеем сейчас, правильно найти все вот направления, в которых мы должны работать по всем вот этим вот направлениям. Диана Шилова, Роман Самарин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Институте управления экономики и финансов КФУ прошла лекция профессора Чикасского университета Константина Сонина. Он затронул тему аукционов. Об интересных моментах расскажем в нашем сюжете. Одной из форм торговой деятельности является участие предприятий в проведении торгов, которые проводятся в виде аукционов или конкурсов. Где мы чаще всего с ними встречаемся и какие виды бывают? Об этом не только рассказал российский экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин. Лекция прошла для преподавателей и магистрантов Института управления экономикой и финансов КФУ. Практика для любого аукциона важна. Это сколько мы продаем объектов, потому что, конечно, если мы, например, что-то приватизируем, мы можем это продать как один объект, а можем продать как маленькие пакеты акций, тогда мы уже дадим как много объектов. Когда мы продаем дополнительные билеты на авиарейс, это тоже много объектов. И важно, каким образом мы проводим эту акцию. Константин Сонин привел в пример рекламу в интернете. Что интересно, профессор отметил, что один клик приносит Google $935. Но что людей заставляет переходить на порой заманчивые предложения? Дело в том, что выделены самые популярные и дорогие слова, как в американских поисковиках, так и в русских. Догадаться, значит, одно из самых дорогих слов в контекстной рекламе Google по-английски – это слово «мезофилиома». Вот что? Болезнь. Да, это тяжелое заболевание. Это рак, связанный, который возникает, если вы много времени работали в помещении с асбестом. Значит, почему? Почему это может быть важно? Потому что нормального человека это слово вызывает вот такую реакцию. Те словосочетания, на которые самая дорогая контекстная реклама. Дальше они видно, юристы. Да, это в основном юридические конторы. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Вот и подошел к концу наш эфир. Всем отличного настроения. До новых встреч!